Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду. Мегариду! Но ведь там идет война. Я должен убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул определила ее судьбу. Если она не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, она не опасна. Она поможет. Она поведет нас. Молчать! Нет! Не надо! Нет! Убийца! Он убил его! Брось его вниз! Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Взгляни на меня, он не такой, Николаус, как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Я осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Ради Спарты! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Алексиос! Алексиос! Плывем в Мегариду. Скорей! Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что волк из Спарты мой отец.